В матче 17-го тура чемпионата Англии Ливерпуль одержал домашнюю победу над Манчестер Юнайтед 3-1. Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Фирмино получил мяч на левом фланге после вброса из аута и покатил его на Фабиньо, который по невысокой траектории выполнил подачу в штрафную, монетам оторвался от всех защитников, обработал мячем и пробил мимо Де Хеа. На 33-й минуте Ман Юнайтед отыгрался, убежали в быструю контратаку гости. Лукаку с левого фланга прострелил в штрафную. Алисон неудачно сыграл, отбив мяч перед собой, и Джесси Лингард в касании переправил его в сетку, счет 1-1. На 73-й минуте Мане с левого фланга сместился в штрафную Ман Юнайтед, ушел от соперника и выполнил прострел во вратарскую, Де Хеа его прервал, но выбил мяч на Джердана Шакири, который мощным ударом послал его под перекладину. Рикошетом от которой мяч влетел в сетку, счет 2-1, а на 80-й минуте быстрая атака Ливерпуля по центру получилась результативной. Мяч отскочил от спины Салаха после неудачной передачи Фирмина, но прямо к Шакири, который мощным ударом с ходу вколотил его под левую штангу, счет 3-1. Таким образом, Ливерпуль одержал 6-ю победу подряд и с 45 очками вернулся в лидеры турнирной таблицы, обойдя на 1 очко Манчестер Сити. А команда Жозе Моуринью расположилась на 6-й строчке, 26 очков. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 21 декабря на выезде сыграют с Вулверхэмптоном, а Манчестер Юнайтед на следующий день встретится с Кардиффом.